улыбнитесь что-нибудь в камеру хоть. А, вот максимум, Серег, 2272 на 1704. 2272? 1600 на 1200, наверное, хватит с ним? О, по уши. Хер знает, с автобуса все идет. Если предохранитель там сгорел, а сколько-то нам очень фазу вот тестом про. Завтра придем. Завтра придем.
АТС. Что-то не есть там где-то. Ты вернулся, милый. Как быстро наскучил. Большой город. Садись. Сел. Да, его вообще нет. Когда я забирал тебя из рук. А есть он здесь, смотри. Ты сказал, что в камере запишешь, не держал кого-то камеры его. Я хотел на нее посмотреть. Конечно. Я хотел встретиться с врачом, поговорить с ним. Ты просила не делать этого. Я понимал, что тебе очень трудно. Стал этого делать. К чему этот экскурс в далекое прошлое? Сказала, что вторая девочка не выжила. Меня обманули. Кто? Доктор, который принимал роды, сказал, что ребенок родился мертвый. И не стал мне ее показывать, потому что сказал, что роды были очень тяжелыми. И он боялся за мою психику. И ты ему поверила? Ему поверила. Он дал тебе денег? За то, чтобы я не раздувала скандал. Я не могла тебе об этом сказать. Ни одна живая душа не знала, чего мне это стоило. Вот откуда взялось это нежданно-негаданное наследство. Мы жили на улице. Вспомни. Ты продала ребенка. Мертвого. Я была уверена в этом. Ты понимаешь, что ты наделала? Я все понимаю, Олег, я все понимаю. Но ты не должен так со мной разговаривать. Ты не вправе меня обвинять. Я это сделала ради тебя. Того. Настоящего. Я люблю тебя. Не смей. Фонтана, дизель, бутылок рыбного дара, воды и пару бутылок вина. Понял. Понял. Наташа? Анечка, привет. Как ее зовут? Особенно, когда штормит. Чего? Он чай смят или же сменил? Важный аромат мят.
буду дольше. Итак, это была площадь трех вокзалов, которую раньше называли. Будем надеяться, чтобы она завтра не пришла. Итак, Москва на связи, и сейчас у нас такой лифт в Афру. Нам его подвести на самом деле, потому что... Вот уже этого просто нет. Я как раз сейчас прошу вождей, которые на ухо. Он забыл. Попробуй, что ему. Ну, отвечает. Вот. После этого, после ответа я спрашиваю, что вы здесь отвечаете. Ну, большое количество патронов разного калибра, а также несколько автоматов.
Здоровый смех. Нет. Сотни тысяч вопросов. Сейчас в колл-центре находится и наш корреспондент Павел Зарубин. Он вышел на прямую связь с нами. Павел, здравствуйте. Это будет уже четвертый. По вчерашнему тракту слышно, ну, по блок-схеме, которая была дана в ПТС, не было помечено, что ведущий должен слышать Кремль из режиссерского места. Ну все, это сделали. Сегодня с режиссерского места будет говорить он Эрнст. Все. Привет для передачи. Отрубайте все. Есть, сделали. Ага. Станция «Маяк» и «Радио России» глава государства ответит на вопросы граждан страны. Передвижные телевизионные станции свяжут Кремль с областными центрами. Подберут наиболее интересные и актуальные. Номер телефона из любой точки России. 8-800-240-40. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатно. Также вы сможете задать более 70 знаков. Адрес интернет-сайта www.presidentline.ru. Прямая линия с президентом России. 27 сентября в 12:00 по московскому времени. Студия «Позитив» представляет. Так, еще один шаг вперед, вот так, стоп. Поближе микрофон, Серёж. А я вижу. Хорошо, куда ты там? Я вижу все твои Делай ровно, чтоб на всех, а то на первых. Давай, я тебе. Держите? Да. Реальных доходов населения.
При этом несколько отстают рост реальных доходов примерно. У нас двойной профит и внешней торговли, и бюджета. У нас растут золотовалютные резервы Центрального банка до 55 миллиардов долларов. Напомню, что в 2000 году мы начинали с 12 миллиардов. Мы рассчитываемся по внешним долгам. И по этому показателю... ...до единственного в России региона, полностью расположенного на островах. Добрый день, Владимир Владимирович, добрый день, Катя, добрый день, Сергей. В Юго-Сахалинске все готово для прямой связи с Кремлем. И нам осталось лишь определиться, чей же вопрос будет первым. Итак, кто бы хотел начать? Ну, давайте, я далеко пока не пойду. Все эти программы будут исполняться. Вот это первое, и это абсолютно гарантированное. Мейки, вот в чем логика? Автофейдер, он отрубает. А услышал, что это доброго вечера, не сходите, там Бедные руководители танцевального клуба. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Добрый день. У меня вопрос по нашим машинам. Правый руль будут отменять или нет? Мы очень волнуемся. Во-первых, пока не планируется никаких отмен в этом плане. Во-вторых, конечно, опасности все-таки существуют. Алло, Серёж, вы знаете, алло, вы... Такие много безработных, но еще больше роскошных особняков. Да, очень интересный вопрос. А действительно, не только Дагестан, но и другие республики Юга России болеют эти тяжелые болезни. Сотни людей. И это, конечно, прежде всего молодые люди. Поэтому развитие собственной экономической базы, собственной налогооблагаемой базы, развитие производства – это, конечно, задача номер один на юге России. И только что, совсем недавно, несколько дней назад, я обсуждал этот вопрос с руководителями Юга России. Есть определенные планы. Вы понимаете, их невозможно реализовать сегодня на завтра. Особенно в условиях какой-то дестабилизации и в условиях необеспечения в нужном объеме проблем безопасности, решения проблем безопасности. Но мы все равно будем это делать в комплексе. Что касается... Это говорит о том, что деньги, которые выделяются федеральным центром, приходят в регион по другим каналам, они расходуются не всегда эффективно и не используются исключительно в интересах правоохранительного органа. Но будем исходить из того, что все-таки есть люди, в том числе и на юге России, и в Дагестане. Люди... Связано с невозможностью обеспечить в полном объеме и решить вопросы безопасности. Значит, и надеюсь, вы со мной согласитесь, подчас невозможно определить дальше. Кто же, собственно говоря, стоит вот за этими преступлениями? Или это переодетые бандиты? Постановление Грозного цело, то это, конечно, проблема, требующая комплексного решения и обеспечения безопасности, с одной стороны, тем, чтобы построено сегодня не было разрушено. И все, чтобы организовать эту работу на месте. Как вы знаете, к сожалению, в течение длительного времени не удавалось решить вопрос о том, чтобы передать дирекцию по строительству. Он Количество работающих, самоучечных, постоянно увеличивается. Здесь нужно помогать, конечно, и сельскому хозяйству, развитию нефтегазового комплекса, развитию традиционных для Чеченской Республики производств. Там есть и каменные, и кирпичные заводы, и каменные. Есть и почему
Остается рассчитывать на коммерческий кредит, а проценты по нему очень высокие. Как же быть? Мой вопрос. Почему ипотека не стала массовой, так как все еще недоступна для людей со средним и низким достатком? Она не стала массовой до сих пор по нескольким обстоятельствам. Первое обстоятельство, самое главное, низкие доходы населения. Второе обстоятельство – состояние экономики и высокая инфляция. В условиях высокой инфляции банки не могут предоставлять низких кредитов. Менее 1 миллиона в год. В рамках программы для села и для молодых семей. Thank you.
направлении. Я занимаюсь этим бизнесом уже 10 лет.
значит, предусмотрено выделение дополнительных финансовых ресурсов для того, чтобы фермеры и личное пособное хозяйство, владельцы личных пособных хозяйств, могли воспользоваться всей системой, которая вырабатывается для руководителей работающих в секторе. Это будет означать, что мое участие в этих учениях должно быть связано с мобилизацией. Мобилизацией организационных, административных, физических, финансовых ресурсов для того, чтобы закрыть эту страницу, для того, чтобы все, от кого зависят, безопасность полетов, обеспечение нормального функционирования нашей стратегической авиации, обратили на это особое внимание. Особое внимание. А что касается авиации в целом, конечно, остался очень доволен тем, как работает Ильич. Действительно, наша стратегическая авиация, хотя и там существует много проблем, что наши коллеги, не только, но скажем,
пообщаюсь, по шее нам удалось поговорить. И в целом люди очень откровенные, болеющие за дело, так что для меня это был очень полезный опыт для того, чтобы погрузиться в не только проблемы с авиацией, но и проблемы вооруженных сил и авиации в целом. Конечно, в будущих, возможно, не дай бог, конфликтах, но авиации, тех, которые мы знаем, в сегодняшнем мире имеют место, авиация принадлежит особая роль. К сожалению, могу сказать, что до сих пор вот этому направлению нашей деятельности мы должного внимания не уделяли. Об этом свидетельствуют, кстати говоря, и некоторые письма, которые я получаю от разведчиков, даже в ходе подготовки к сегодняшнему нашему мероприятию. Но планы развития авиации, конечно, существуют. Планы строительства новых самолетов, в том числе и самолета пятого поколения, я имею в виду, конечно, строительство авиации в данном случае. А планы оснащения новейшей техникой существуют. Я знаю о проблеме ГСМ и о проблеме подготовки молодых летчиков. Помню о том, о чем многие, может быть, некоторые из них говорили о видах техники, необходимой для подготовки молодых летчиков. Министру обороны и специальному правительству, в этом направлении настойчиво дальше работать. Вам нужно понять лишь в целом вооруженных службы вооруженных сил. Здесь, конечно, нужно решать целый комплекс задач. Это и материальное поощрение, создание образа военнослужащих соответствующего средств массовой информации и сознание подавляющего общества граждан. Как защитника общества, и каждый российский гражданин, отечества вообще, и каждого российского гражданина. Здесь много других составляющих, воспитательного характера. Такой единой таблетки волшебной нет. Это большой вопрос и проблема, которая будет. Сергей, еще вопрос нужно. Пожалуйста, вопрос. Спасибо большое. Спасибо.
Все, спасибо. А ты не вот как минуточку, Владимир, еще один вопрос. Минуточку. Там есть, это, Валерий.
Спит в автобусе. Ежом, где? Валер! Телевизоры обратно в коробке. В коробке скрутили. Не побить, потому что они теперь уже на лисичке не висят.
Подождите, мне еще один. А у меня паска? А у меня ручки? А у меня паска? Там туда, там вот туда. Оставь, что он там пошел. Слушай, они забрали телевизор, да? Да, телевизор. Да, телевизор забрали. Да. Ну лучше да. Вы их здесь вот отсоединять? Они не под током. Один раз, блядь, то только ту бьет. Протирай, протирай. Рукавицы. Нет дом никого. Нет дом никого. Белый! Белый провод! Все, да, все. Ну давай, езжай. Да, здесь нет. Тогда притащим, мы с тобой его. Без конца. Без концов, без кольца. Теперь уже не страшно. Ну да. А в следующий раз опять там появится. Следующим разом все равно проверяет. Лёня, не догоняешь, Витёк? Вот так то. Thank you.
Да, да, туда все загрузили. Вот и разверни. Давай. Спасибо.
Здравствуйте, Владимир Владимирович, здравствуйте, Катя, здравствуйте, Сергей. Авиадивизия «Вендельс» — это крупнейшая в России военная база, где дислоцированы стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95. Сами летчики свою дивизию в шутку называют «длинная рука Москвы». Дело в том, что с дозаправкой в воздухе дальность полета ракетоносцев она практически ничем не ограничена. Сейчас авиабаза работает в штатном режиме, то есть в режиме постоянной боевой готовности. Летчики готовы в любой момент по команде поднять свои машины в воздух. А здесь, на летном поле, сейчас собрались офицеры, которые сегодня свободны от боевого дежурства. С офицерами пришли жены, дети. Конечно, у всех много вопросов. У офицеров к верховному главнокомандующему, у жен к президенту России. Давайте перейдем к вопросам. Кто? Да, пожалуйста. Представьтесь только, пожалуйста. Заместитель командира авиационной эскадрильи гвардии подполковник Шайдулин. Товарищ верховный главнокомандующий, в последнее время вы часто бываете в войсках на флоте. Недавно вы выполняли полет в составе нашего экипажа на сверхзвуковом стратегическом самолете. Означает ли это, что военно-воздушные силы, армия в целом, становятся приоритетом у государства? Сейчас такая ситуация, что многие молодые офицеры, молодые лейтенанты после окончания высших учебных заведений, отслужив 5 лет по контракту, предусмотренные контрактом, уходят, увольняются. Такой вопрос у меня. Какие меры собирается принимать государство наше для поднятия престижа военной службы в вооруженных силах? Спасибо. Вы сказали, что я в последнее время часто бываю в войсках. Да. Мне кажется, что я на протяжении всех 5 с лишним лет работы в качестве президента Российской Федерации бываю там регулярно, начиная с 1-го года исполнения своих служебных обязанностей. И намерен и дальше так делать. Намерен и дальше так делать, имея в виду, что это не просто деловой туризм, а это конкретная работа, связанная с проверкой боеготовности вооруженных сил, их оснащенности и решения социальных проблем военнослужащих.
Что касается авиации, то, конечно, я не случайно поучаствовал в этих учениях с вашими коллегами. Связано это было и в том числе с трагедией, которая произошла у вас некоторое время назад. Мы с вами знаем, что разбился самолет и погиб экипаж. И я полагал, что мое участие в этих учениях должно быть связано с мобилизацией. С мобилизацией организационных, административных, а если нужно, и финансовых ресурсов для того, чтобы закрыть эту страницу. Для того, чтобы все, от кого зависит, безопасность полетов, обеспечение нормального функционирования нашей стратегической авиации, обратили на это особое внимание. Особое внимание. Что касается авиации в целом, и надо сказать, кстати говоря, что я уже говорил, могу повторить, я, конечно, остался очень доволен тем, как работали летчики. Действительно, наша стратегическая авиация, она на должном уровне находится. Хотя и там существует много проблем. Вы знаете, что я с вашими коллегами встречался отдельно, не только в группе, но с каждым побеседовал еще индивидуально. Немного, но практически с каждым, с глазу на глаз, минут по 5, по 6 нам удалось поговорить. И в целом люди очень откровенные, болеющие за дело. Так что для меня это был очень полезный опыт для того, чтобы погрузиться в не только в проблемы дальней авиации, но и в проблемы вооруженных сил и авиации в целом. Конечно, в будущих возможных, не дай бог, конфликтах, но авиации, а тех, которые мы знаем сегодня в мире имеют место, авиации принадлежит особая роль. К сожалению, могу сказать, что до сих пор вот этому направлению нашей деятельности мы должного внимания не уделяли. Об этом свидетельствуют, кстати говоря, и некоторые письма, которые я получаю от военных летчиков, даже в ходе подготовки к сегодняшнему нашему мероприятию. Но планы развития авиации, конечно, существуют, и планы строительства новых самолетов, в том числе и самолеты пятого поколения, я имею в виду, конечно, истребительную авиацию в данном случае, планы оснащения новейшей техникой существуют. Я знаю о проблеме ГСМ и о проблеме подготовки молодых летчиков. Помню о том, о чем многие, может быть, некоторые из тех, кто присутствует сегодня, говорили о тренажерах, о других видах техники, необходимой для подготовки молодых летчиков. Соответствующие поручения министру обороны и представителю правительства даны. Будем вместе с вами в этом направлении настойчиво дальше работать. Ну а чтобы поднять престиж в целом службы вооруженных сил, здесь, конечно, нужно решать целый комплекс задач. Это и материальное поощрение, это создание образа военнослужащего соответствующего в средствах массовой информации и в сознании подавляющего большинства граждан России как защитника Отечества и каждой российской семьи, хочу это подчеркнуть, Отечества вообще и каждого российского гражданина. Здесь много других составляющих воспитательного характера. Такой единой таблетки волшебной нет. Это большой комплекс вопросов и проблем, которые предлагают решить. Будем работать над всем этим. Спасибо. Сергей, еще вопросы мы ждем. Так, пожалуйста, вопросы. Пожалуйста. Представьтесь только. Добрый день, Лихачева Элеонора, супруга майора Лихачева, командира отряда. Владимир Владимирович, военнослужащие, увольняющиеся в запас, получают жилищный сертификат, но его стоимость значительно ниже стоимости жилья, даже порой на вторичном рынке жилья. Будет ли государство дальше работать по этой программе и будет ли как-то компенсировать возникшую разницу между сертификатом и стоимостью жилья реальной? Спасибо. Те молодые офицеры, которые сейчас приходят на службу вооруженных сил, они попадают в новую систему обеспечения жильем, в ипотечную систему. Причем на достаточно льготных условиях, на таких льготных условиях, которые мы пока в других отраслях предоставить не можем. Ни на гражданке, ни даже в министерствах и ведомствах, которые приравнены к Министерству обороны, или военнослужащих, которые приравнены к военнослужащим Министерства обороны.
Такими льготами будут пользоваться только военнослужащие Минобороны Российской Федерации. Те военнослужащие, которые не попадают в эту систему, должны обеспечиваться в соответствии с действующим на момент прихода их на службу законодательством Российской Федерации. Потому что они просто не могут накопить по ипотеке соответствующую сумму по объективным обстоятельствам. Но суммы денег, выделяемых на решение этой проблемы, значительно увеличены уже в 2006 году. А программа сертификатов сохранится. Спасибо. Спасибо. Мы благодарим элитную часть дальней авиации, элитную дивизию. Это город Энгельс и наш представитель Сергей Семенов. И еще вот у нас есть вопросы из интернета. Сергей. Да, я начну с вопроса, который иллюстрирует то, как была битва вокруг закона о гражданстве, потом его довели до ума, однако исполнение на месте оказывается достаточно разнообразным. Вот конкретный вопрос такой. Я гражданин Казахстана и в ближайшее время выезжаю в Россию для получения гражданского прощения. Секундочку. Поскольку я знаю, что это 1 января 2006 года. Будет ли он продлен? В своей жизни вы заявили, что Россия не полностью исключена легальных миграций. В разных регионах России требуется разный пакет документов. Всего хорошего за вас. Я цитирую, что здесь написано в законе, но вот, пожалуй, ключевая фраза, да, в разных регионах России требуются разные пакеты документов. Это стратегический выбор России. Привлечение на постоянное жительство. Спасибо. Российскую Федерацию тех людей, которые выбирают Россию в качестве своей родины. Мы будем это делать настойчиво и аккуратно, с тем, чтобы не создавать никаких проблем для коренного населения и тех людей, которые уже проживают. Спасибо. В своих родных местах. Вот правительство должно будет найти такие варианты привлечения. Всем большое спасибо. Большое спасибо. Дим! Ну все, мы отработали, да, как я понял? Ну все, я отпускаю народ. Угу, все, спасибо. Да, камера, сейчас. Ну, да, дотянешься. Сейчас. Бесполезно. Когда готовы, скажите, о чем скажу. Пенза, ответьте Энгельсу, на связи Энгельс. Я не один раз был в Пензе, когда я был корреспондентом Средневолжского бюро ОРТ здесь, и очень хорошо знаком с коллективом телерадиокомпании «Пенза», с председателем, с Игорем. Кстати, очень хорошо знаком и с звездой, которая у вас выросла, это с Машей Ситель и Женей Рожков. По-моему, тоже ваш, то есть Пенза очень богата телевизионными талантами. Но сейчас бы я хотел сказать, что вот без помощи наших коллег из Пензы, ГТРК «Пенза», у нас бы ничего не получилось. И ребята отработали очень профессионально, и, честно говоря, приятно всегда с ними работать. Спасибо вам большое.